Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами смотрим игрушки, которые у меня связались. Вот примерно за зимний период где-то. Здесь и кукла получилась, несколько зверюшек. Сейчас вот тут у вас это слайд-шоу такое для Инстаграма. Вот они, красавчики. Даже одежда для них пошилась. Вот такой прикольный мишка, жирафчик. Здесь разная пряжа и хлопок, и такая плюшевая немножко пряжа. Она более объемная, более крупные игрушки получаются. Вот такой набор одежды отшился. Связался. Вязала это по мастер-классам. Они все есть в интернете в бесплатном доступе. Так что вы тоже можете это сделать, если вам что-то понравилось из этого. Такая у нас детская мебель была. Мы ее немножко так привели в порядок. Сделали здесь интерьер для игрушек. Такие вязаные салфеточки тоже сами делали. Ребенок мне тут расставлял, как все будет. Очень ей тоже это увлекло. И тут еще, видите, вот этот коврик. Это пряжа Пуфи. Тоже она сама делала. Очень ей понравилось. Попробуйте. Увлекательное занятие такое. Вот так у нас фоткается зайка. Вот сейчас смотрите, какой хороший свет, яркий, отлично видно. Я вам добавлю еще фотографии, какие делали в этом интерьере, так сказать. У нас такая детская кукольная мебель, мы ее покрасили. Смотрите, как меняется свет, да? Но на фото, конечно, такого эффекта может и не быть. Хорошо, что у нас окна с двух сторон. И теней не так много. Вообще это очень увлекательная, сказать, тема по поводу фотографии. Интересных ракурсов. Вот смотрите, как меняется. Да? Сейчас классные такие тени. Надо поделать фоток. Очень яркий свет. Утром было пасмурно, а вот сейчас прям неплохо. Сниму вам рабочие моменты. Да, это вот зайчик до и зайчик после. Это зайчик по набору вязан. Давненечко так. Можно сказать, наш первый зайчик. Это уже ближе ко второму зайчику. Вот это его голова, ушки. Что хотела показать, какие были варианты на платьице. Сюда. Вот пока я не забыла. Ой, как камера врет цвет. Надо же. Говорят, что надо ей белый листик показать. Это у нас под рукой белого листика. Ну-ка. Она не так брехала цвет. Ну, этот очень яркий. Эти более-менее похожи. Тут, наоборот, тусклый. Этот в жизни вообще, он такой, знаете, просто беж, горчичный. Тут он прям термоядерно яркий. Так, это вот сюда на платье, но тогда особо нет смысла. Ну вот этот, кстати, почти-почти. Он просто чуть темнее в жизни, но по оттенку он похож. Да, вот на это платьице можно было бы сделать. Вообще здесь очень классный, такой белый, но не бежевый. Бежевый, но не сильно грязно-бежевый, потому что вот этот другой. Слушайте, вообще ничего не передает камера. В общем, они отличаются, эти номера. Номер сейчас покажу, кто знает. Так, это номер 5. Это чуть светлее, который после белого идет сразу. Ну, это такой грязно-розовый, но светлый грязно-розовый. Слушайте, такой классный зайчик. Ой, что вам показать, что вам показать? Вот здесь вот ушки. Ой, как мне не нравится. О, вот он цвет, наконец-то. Сейчас попробуем вернуться. Вот они, цвета пошли. И даже видно плохое освещение, хотя тут 9 ламп сейчас светит. Так, смотрите, тут у нас кардиган с альпаки вяжется, никак не свяжется. Вот это у нас шаль, там какие-то салфетки. Готова наша зайка. Покажу вам. Сделала тут такую мини-инсталляцию.
Сейчас темно, хорошего дневного освещения нет. Вот пытаюсь сделать какой-то кадр для нее. Вот, в полевых условиях. Конечно, фотки не передают. Надо еще учиться фоткать. Так, желтый перетягивает. Вот такой ракурс самый прикольный. Да? На видео он дает широкий обзор, а на фотографии обрезает кадр. Так, интересно, сейчас покажу вам ее поближе. Ну, ушло на нее у меня дня три в общей сложности. Она, конечно, сильно отличается от того мастер-класса, по которому она вязалась. Там она с фиолетовым платьем, без вот этого узорчика, вместо цветочка там идет бантик. И бровки, и носик у нее синенький, а у нас вот серенький. Вот такой у нас цветочек. Кстати, очень легко вяжутся цветочки. Посмотрела я, как их вязать. Вот так. Так, покажу вам вот эти крючочки вчера. Ну, здесь не все куплены. Вот тут я положила, которые у меня были. Вот этот и вот этот. Эти были, эти, ну, они как бы черные, шли в наборе. Значит, что здесь? Меня интересовали, вот, допустим, у меня из мелких, да, это троечка. 2,5, он тут в работе. Вот он. А, вот, то есть 3, 2,5, и вот уже идут, смотрите, 2,25, двойка. Двойку, кстати, отдельно купить, это прям оказалось не так просто. Ну, то есть через интернет-магазин. Вот это 1,9 у меня был. Это 1,75, 1,25. Ну, 1,25 тоже было. Это, кстати, тюль, по-моему, еще очень старые. Но они отличаются. Мне кажется, тюль потоньше, да, вот если смотреть вот так. И мне очень нравятся еще вот эти золотистые наконечники, но вот они становятся потом светлые. И что? Здесь самая маленькая единичка. И были там еще такие наборчики. Положу вам в кадр, какой он цвет прикольный. Вот единорожные волосы должны быть. Ну, так покажу ниточки. В общем, на мелкие крючки я как бы посмотрела, но еще не... Одежда для кукол, да, если вкратце. А еще я не до конца понимаю, что мне нужно. То есть нужно, соответственно, мелкую пряжу какую-то. Ну вот, мелкие крючки, мелкие спицы. Вот этот цветочек у нас прям сыпется. Так, чуть-чуть подалю. Значит, мелкие спицы, да, вот это двоечка, регланчик. Первый раз я такой вязала. Девочки, это класс. Вот крючком вот этому дохаться, это намного дольше. Вот это за... Ну, наверное, за час, если отвлекаться, нужно такое связать. Я не думаю, что крючком так быстро свяжется. Смотрите, здесь уже готовы рукава. Ну, здесь самое важное, конечно, понять расчет, да. То есть этот был уже под конкретную куклу, автор куклы предложил к ней свитер. То есть я как бы не задумываясь схватилась, начала вязать, потому что здесь ничего считать не надо. Здесь вы просто... Набрали, раскидали петли, сделали вот эту регланную линию и пошли ровно вязать. И там говорится, что, допустим, на каком-то количестве вы здесь останавливаетесь, переходите вот так. И дальше длину себе вывязываете. Ну, это как свитер там шло. Видите, здесь квадратная горловинка. То есть, я так понимаю, это застежки сзади. Ну, соответственно, голова куклы вот такенная. Через голову не оденешь. И, видимо, сзади нужно будет делать застежку. Таким же успехом вы это разворачиваете, делаете кофту. Сейчас не об этом речь, а речь о том, что... Да, здесь, кстати, еще лук надо продумывать, да, допустим, под цвет волос. И что с этим? Какой-то штамм... Был такой лук, голубая кофта и голубая шапка, да? А вот.
Не знаю, мне просто этот цвет никуда не идет, но тот голубой, который там предлагался, в принципе, неплохой. Но не скажу, что оно, конечно, вписывается. То есть, вот по идее, вот эта гамма цветов бежевых, она лучше. Значит, какие вчера добирала? Добирала вот эти телесные, это пятерочка, потому что вот на куклу это моток. Вот все, что осталось. То есть еще нужно головочку довязать и две ручки. То есть мотка, по идее, не хватит. Но эта кукла 2,5 крючком. То есть если 2, она будет меньше. Видимо, будет меньше расход. Да, то есть я взяла 3 мотка пятерочки вот этой. На еще одну куклу, потому что взяла там 2 набора трес ей. Эти бежевенькие, это из чего мы зайчика делали. Скорее всего, может быть, единорог. Желтый предполагается. Жирафик и пчелка. Вот есть светло-бежевый. Красный, не знаю, может быть, к сумкам пойдет. Голубой тоже ходовой. Эти с оттенками. Понятно. Значит, дальше, что по сумкам? Вот такие ручки. Это получается 18,5-12,5. Вот такие ручки. Это что? 14. И вот такие ручки, это просто ручки пришивные, самые простые. Это 16 ручек для сумок. И вот это прессы, искусственные, понятно. Светлые волосы, совсем светлые, под темную шапочку. Светлая к светлой кукле, да, ну молодец, конечно. Не будет вообще. Мне понравился этот голубой оттенок, он у вас как бы очень забеленный, но такой с приятно голубым оттенком. Вот эти хорошо оттеняем, да, каштановые. И были из темных, все хотела средние лусы, были только почти такие черно-коричневые, не хотелось, или белые, прям вот белый перепаленный блон такой. Так, потом взяла вот всякой такой мелочевки. Ну, ребенок там взял себе этого пуфи. Вот один она выписала, вы видели на зайчике. И вот тут всякая мелочь. Брелочки, вот эти нашивки, вот эти бирки. Магниты на сумку, булавки, глазки. Глазки взяла просто, просто черные, без радужки, да? Без радужки. Тут разные, я так поняла. В общем, набором брать выгодно. Они перепутали дома, когда мы это брали. Там должны быть просто ровно черные глазки, потому что у меня так расходуются глазки. Вот, видите, тоже я брала маленький набор, но здесь куча с радужкой есть, крупные, в общем, не все подходят. Ну вот, в общем и целом, вот такая картина. Под каждую, в принципе, из этих цветов есть идеи, нужно делать. Хотела еще взять меховую пряжу, такие как ламы, там носик, мишки, носик. Я думаю, что, надеюсь, что когда дойдет до монтажа этого кусочка, потому что сейчас буду монтировать, как говорится, с дальнего угла, то, что я 2 месяца назад, наверное, вам снимала, чтобы вообще понять вам, как тут процессы все развиваются, потому что тут куча процессов связанных. И, может быть, к тому времени, когда я буду это выпускать, уже будут эти картинки готовы. Тогда я их вам добавлю. И сравним заодно планы и реальность, да? Еще вам делаю подсъемку небольшую. Устала я от крючка. Вот, немножечко за сегодня. Считайте, довязала вот с нуля голову полностью. Это вот здесь крепление. Довязала верхнюю часть туловища куколки большой, довольно такие на 2,5 крючке. Ну, мордашка миленькая, глазки девочки. А я что, а я что, а я не поставила крепежи туда. Поздравьте меня, сейчас придется все вытаскивать. И понятия не имею, как распускать, наверное. Здесь нет крепежей. Да, я просто примерила. Вот это да. Значит, придется, наверное, вышивать глазки здесь. Или пуговичные. Да, мне здесь положили.
набор, похожие пуговичками. Значит, будут эти. Ну, вы представьте, сейчас, чтобы вот эти заглушки поставить, мне надо это полностью распустить, вытащить, распустить, поставить, связать. О, не-не-не-не-не. Сейчас только поняла. Заработалось. Так, что еще интересного мы не так сегодня сделали? В общем, устала я от крючка. Решила взяться немножко за одежду. Я сейчас очень увлеклась луками этих куколок. Какие там наборчики, что под что, куда. Вот это, скорее всего, будет волосы. Наверное, такие каштановые. Ну, в общем, не суть. Сейчас надо закончить этот кардиган. Я хотела начать шапку. Быстренько, думаю, сейчас быстренько шапку, потом быстренько это, чтобы уже солнце утром выйдет, я ее сфоткаю. Ничего не получится, потому что, во-первых, надо здесь довязать. И по видео здесь идет вот отсюда откроем 10 рядов, потом идет резинка, и там не знаю еще что. Ну, 8-минутное видео, ну, наверное, оно очень кратенькое. Видимо, застежки. Это мне еще нужно найти эти заклепки. У меня были такие золотистые, но они не самые микро-маленькие, а они такие, наверное, ну, вот как вот такого размера. Ну, в принципе, нормально. Это не самые маленькие. И здесь я еще хотела вышить такие сердечки белой ниточкой. Ну, это можно сделать постепенно. Но опять же, не полный лук. И, наверное, будет у нее юбочка фатиновая. Сейчас надо полезть в комод, посмотреть свои запасы ткани. У меня, конечно, запасов всяческих. У кусочков-то точно много. Но, в принципе, я в свое время много шила. Сейчас забросила. Причем шила так и детям, и себе. Ну, так достаточно много. Вплоть до верхней одежды. Потом как-то остыла от этой темы. Очень трудоемко, честно говоря. Прикольно, конечно. То есть вы можете весь лук себе продумать. Любые сочетания на любой сезон. Но это надо заранее. Знаете, как от выкройки до ткани поехать, выбрать. Ой, ее там обычно так много. Ты приезжаешь за одной, уезжаешь с другой. Шьется что-то третье. Походу что-то... В общем, вот этот выбор, это очень все утомляет. Даже не само шитье. Что? В общем, фатин. Фатиновая юбка в цвет вот такой истории. И плюс у нас волосы, да? Если мы, к примеру, возьмем светленькие. Или же мы возьмем вот это. Скорее всего, вот это. Эти тоже классные. Они так вот вам белыми, кажется. Они с голубым оттенком под этот свитер вообще будут шикарно. Пока не буду убирать, но вот эти более выразительные, конечно. Понятно, что не единственный должен быть лук. Учитывая все мои, так, в лапках, скажем, планы. Я сейчас хочу единорога. Я вот сейчас смотрю на эту пряжу, такую единорожные эти кудри. Хочу попробовать, как кудри эти вязать. Но для этого нужен еще сам единорог. Потом я поняла, что у меня на него нет фиолетового. У меня остатки розового есть и белый я взяла. То есть он будет какой-то такой смексованный. Потом я хочу жирафчика, потом пчелку, мишку. Это такая программа минимум. Потом сумку и не одну. Вот из этих бабушкиных квадратов, да. Ну, плюс разные одежды для кукол. Может, я сейчас уже как-то немножко ее одену, отфоткаю, выставлю. И тема кукол чуть поотдохнет. Ну, надо запас, потому что там есть вешалочка у нас в фотках, да, там вот этот шкафчик с вешалкой. И чтобы там на вешалке какие-то вещи, которые не на кукле должны висеть, то есть какие-то запасные, кроме этого кардигана, пусть ей надо еще сделать панталоны этой кукле и обувь. Ну, и, соответственно, луки надо менять. И так как паричка у нас два, то должно быть минимум две куклы. Может быть, какой-то другой конструкции. Я попробую куклу, может быть, чуть поменьше. Соответственно, гардероб у нее другой, должен быть другого размера. Может быть, что-то надо будет кроить. Я вот сижу, как раз думаю, что снимать, что вам рассказывать. И хочу сказать, что тем, кто хочет заниматься такими куклами, новичков пугать не буду. Все достижимо, все можно сделать. Но в целом, вот так вот, если... резко браться за это дело, надо себе понять, что тут желательно уметь вязать крючком, понятно, ну какие бы то ни было куклы, это шитые или вязаные крючком, потом спицами, потому что одежда,
Ну, можно, конечно, обойтись одним крючком, но как вариант все-таки там более, ну, другие узоры желать. И шить. Причем шить вплоть до таких плотных материалов, там как фетр, может быть, даже кожа, кожзам для обуви вот этой. Оно, конечно, все продается, но посмотрите просто, что и как. Понимать, что лучше это делать самим. А может, Фармиран, я вот сейчас смотрю тоже на эту обувь. С Фармирана там вот весь прикол, это вот этот подъемчик, вот это круглое место, да, то есть просто из ровного куска вы вот эту выпуклую часть не сделаете. То есть надо, как в Фармиране, сделать такую чашечку. Вот, но она такая получается очень легкая, но она должна быть, видимо, съемная еще, эта обувь, как ботинки, ну да, ее же менять надо. А из кукол, чтобы я хотела попробовать, это Тильду обычную, Тильду Зайку, вот такую же куклу, но шитую, есть там выкройка, то есть такая головастая, знаете, видели, наверное, много на Пинтересте, но она, наверное, будет чуть поменьше, чем эта. Ну вот это пока программа минимум. Может, какую-то маленькую, такую, знаете, худенькую, длинную, с тонкими ножками. И на шарнирах хочу попробовать. И с проволокой хочу попробовать. Где гнутся ручки, ножки. Вот это. Игрушки я вроде перечислила. Ну, из плюшевой пряжи тоже можно. Но мне они кажутся такие более простоватые. Мне больше нравятся из вот такой грубой какой-то шерсти. Такие, знаете, больше похожие на коллекционные игрушки. Сегодня смотрела несколько видео. По-моему, это Серафима Смирнова, она там собирает разные мастерские, показывает на Ютубе, посмотрите. Не сильно мне нравится она как журналист, но у нее очень интересные оппоненты. Вот эти сами мастерицы, они очень интересные. Такие редкие какие-то куклы люди делают. То есть она приходит к известным мастерам и смотрит их прям рабочее место, дома или где они там работают. Они вот рассказывают все тайны мастерства, там прям все ящички свои показывают. Очень интересно. Я смотрела девочку одну, она делает именно мишек Тедди. Коллекционных, каких-то сумасшедших совершенно, там вплоть до наполнитель металлический, до утяжеления, то есть это по классике, как должны быть куклы, знаете, под старину такие, по всей технологии, там, конечно, такие нюансы, наши с вами вязаные куклы просто отдыхают. Выкройки она сама делает, есть девочки, которые закройщицами были, там тоже занимаются куклами, сами придумывают игрушки, МК пишут. В общем, это такой целый мир, и он далеко не ограничен крючком. И знаете, вот этим полухлопком, там материалы очень разные, очень много такой ткани, она как-то с вискозой, и вот этот эффект меха, она это вискозный, что ли, мех какой-то, не знаю, там еще ручного окрашивания. Нюансов, девочки, миллион, как говорится. Фактур этих ниток очень интересных. Ну вот, будем потихонечку пробовать, буду вам рассказывать, что я узнала. Я так смотрю, мы и так достаточно быстро движемся. Ну, объять необъятное, конечно, сложновато. Ну, еще хочу сделать из такого, это сделать коллекцию ниток, да, то есть вот эти все цвета вы берете на катушечки, как от DMC ниток, да, ну, либо картоночки, не суть. И просто наматываете там какой-то небольшой кусочек и пишите номер цвета, то есть коллекция джинса, да, вот это вот нитки джинс. Потому что вот эти язычки, вот эти, они, конечно, теряются и неудобно, и забываются цвета. Я вот пыталась себе записать какой-то цвет и посмотрела, оказалось, что там голубых, ну, штуки 3-4, они все похожи. И вот так с экрана вы не всегда сможете определить. Вот этот голубой, ой, и вот этот, да, они в экране будут почти-почти где-то что-то как-то. Ну, я вижу, сейчас все не отличается, но... В общем, вы поняли, хорошее дело вот эта коллекция этих цветов. И, допустим, полухлопок, да, он есть джинсе в Ярнарте, он есть в Газал дороже, но там очень такие нежные оттенки. Он есть в Ализе Коттон Голд, это я говорю из примерно одной толщины нитки, да, там 330 метров, 350. Есть же еще дальше, есть стопроцентный хлопок, своя гамма, да, есть акриловые какие-то моменты, там бэби какой-нибудь антипилинг, уж тоже можно использовать хорошего качества, ну там со своими какими-то радужными оттенками, своя палитра, то есть вам несколько вот эта плюшка, которая есть в нескольких марках, Гималая, Помализе, Ярнарт, еще там в чем-то своя коллекция, вообще какое-то количество цветов нереальное.
Это само собой. Но я еще хочу себе выписать просто. Это такая большая работа. Я давно хотела это сделать. А в таком плане нитки, допустим, есть же, да, 800-метровые, вот, между прочим, для тонкой такой одежды. Кстати, на тонких спицах, которые меньше двойки, кстати, можно на иголочках вязать там, наверное. Вместо того, чтобы покупать тонкие, я смотрела наборчик там от 0,5, по-моему, что-то такое. Но они очень длинные, не купила. Я они 35 сантиметров. Так, гигантские. Тут больше, чем эти. И представьте вам, если шапочку на таких вязать. Ну, свитерочек можно. Но имея я это в виду, я просто еще пока не понимаю, под какие мне это нитки надо. Потому что вот этот джинс на двоечке. Ой, ну спокойно, можно брать нитку, конечно, тоньше. Не надо прямо уж этот джинс сюда вгонять. Вот, кстати, джинс с крючком. Смотрите, какой лошадиный, как он ужасно смотрится. Это же нитка. И крючок не толстый, по-моему, 2,5. А вот это двойка спицы. Просто вам тогда ужас, да? Просто я хотела посмотреть рельефность. Это на... А, для бактуса я новый вывязывала там узор. Потерянное во времени, по-моему, называется. Очень классный. Он есть там на Пинтересте везде. Ну, очень красивый. Он бесплатный на нескольких языках в PDF, если что. И он еще тем классный. Он там идет каждый ряд своим цветом. Не вот этими меланжевыми, типа Leonard Flowers, а именно четко. Посмотрите просто. Очень. Он... Мечта моя его вывязать. Но я просто беру пока из Flowers, хочу. И сам узор вы посмотрите. Рельефные столбики на вот этих вот ракушках. Ладно, рельефные на ровном. А на дугах вы посмотрите, что тут просто скульптурное творчество. Ну, не в таком масштабе, конечно, это очень крупно. А, кстати, вчера были в магазине, в Кондиарне, смотрели альпака. По типу как вот Flowers, да, тоненький этот полухлопок. Там полуальпака. Я все перемерила, мне нужно было к пальто такому пудровому. И ничего я не нашла. Либо очень светлый белый, прям нежный, либо я так посмотрела, серый подходит под розовый. Но там серый с коричневым, и он как-то так гасит сразу. Все такое темновато серый, не чисто серый. Может быть, серый в белый, если было бы неплохо. Я ни на чем не остановилась. И, как ни странно, был неплохой такой нежно-желтый. Но это такое нежно-желтый к розовому, очень спорно. В общем, классика, конечно, лучше всего. Какие-то локальные оттенки. Заболталась я с вами. В общем, выписать что по этим ниткам, да? То есть, допустим, в Ярнарте, вот как у них идет на сайте, хлопки, полухлопки, прямо себе выписать. То есть, метраж, допустим, в 100 граммах, там 800 метров. Такая-то нитка называется так-то, потому что их столько. И когда вам какая-то надо, вам приходится, ну, час-полтора рыться в этих наименованиях, в разных... У Газала, у Ернарта, у Элизе, там еще у кого-то. Ух, а так вы все по таблице посмотрели, мне там нужно 600-метровая, 400-метровая нитка там с полухлопком, с таким-то содержанием процентным шерсти или без шерсти, или там с вискозой. Вот такую штуку хочу сделать, нигде она мне не попадалась. Чтобы быстрее искать, если мне что-то надо. Особенно вот для одежды, вот для таких вещей, я думаю, там, ну, в принципе, для себя тоже. Ну, пока я с зимними своими еще не разъебалась. Смотрю, у меня лежат там и эта лапапейса, и перчатки, и уже все, уже февраль к половине подкатывается. В этом сезоне много чего не успеем закончить. Я поначинала дикое количество всего, переключила сейчас на игрушки. Ну, я это не оставляю. Я, в принципе, итог вам могу подвести, сколько вещей удалось связать именно в виде аксессуаров. Плечевое, я надеюсь, я дожму, оно там к весне еще терпит, вот этот альпаковый кардиган. А шаль, наверное, тоже там уже один моток. Три я ввязала, вот четвертый сейчас, который якобы шел на бахрому, сейчас он идет уже в эту шаль. И получается на бахрому, ну, по книге там 400 грамм идет по описанию. Но у меня, получается, в него идет только в эту шаль 400, соответственно, на бахрому нужно будет еще. Вот это я хочу дожать 100% перчатки.
Не знаю, я буду полностью перевязывать. Это такие какие-то учебные, ну, как перчатки, митинги, они уже будут там, что-то не то. Потом есть там носочек такой меланжевый, может его стоит добить, он тоненький, наверное, второй довязать. А, тоненькая, тоненький есть палантин, не палантин, бактус розовый, тоже надо дожать там немножко. Второй, не знаю, к лету, наверное, я свяжу, вот стоит у меня бочоночек такой зеленоватенький. И я хотела еще на к лету или к весне сделать такую ажурную кофточку, белую, бежевую, такую, просто ажуром. Понимаю, что куда уже я ее не знаю, куда ее ставить. Я хотела кардиган с квадратами. Я хотела кардиган на лето из такой вот полухлопка тоже, ну, вот примерно такой молочный, ажуром таким интересным. И хотела скатерть на круглый столик. Это у меня такой гештальт незакрытый по бабушкиной скатерти, который я, в общем, не сохранила. И я считаю, что мне надо обязательно ее вывязать и поставить там красивый абажур и эту тему закрыть для себя. Все. Потом у меня лежат начатые сумки, корзинки. У меня лежат ручки на сумке с квадратами. Они меня держат в Одессе, это надо доделать. Есть там несколько мотков супервошей всяких однотонных, которые должны пойти в свитер. Они не пойдут уже, наверное, я его 3 раза перевязывала. Или это будут носочки, но потом, либо шапочки, но потом тоненькие на весну, либо куклам пойдет уже. Вот лапопейса, может быть, я ее закрою, как она есть сейчас, и просто буду использовать вот под пальто. Там вырез большой и узор. Ну вот знаете, как шарф, там большой вырез такой, оно шерстяное такое, и очень тепленько будет. Посмотрим. Может быть, да, надо померить, кстати. Вряд ли я сейчас возьмусь довязывать. Я, конечно, докупила эти вишневые моточки, но там еще нужно будет вот эту, как он называется, gold, да, это классика, это полушерстяная лизешная. А сколько там его докупить? В общем, я это все сейчас подторможу немножко. Но свою задачу он выполнит, это должна была быть манишка. В принципе, она уже как манишка почти состоялась. И мы попробовали жаккард на круглой кокетке. То есть мы эту задачу выполнили. Шапки там подвязывали. Ну, пока вот так. Сейчас куклы, конечно, меня очень захлестнули. Пока мы болтаем, жакет у нас не вяжется. Вот оно. Тут, видите, видео. Засвечиваю. Даже цвет я взяла такой. Прям один в один. Не, ну, там морской волны немножко цвет. Вот, и немножко меня подрастроила гамма джинсов в магазине, вот по красным. Я взяла там какой-то пыльный один, поняла, что не так-то много красных, какой бы я хотела, я не нашла. Газал даже не стала я смотреть. Cotton Gold это тоже, потому что там 100 граммовки, мне может только и не нужен. И он тоньше, он хорошо тоньше, хотя они по метражу одинаковые, он не такой объемный. Как мне сказал продавец, скрутка разная, здесь вот.